надо подход искать к детям. Я так считаю. Сейчас как бы другой уже подход, другое воспитание. Как бы я считаю, что это радикально неправильно. Аморально или неэффективно? Ну, я думаю, неэффективно. Ну, если зомби производить, а не людей. Я категорически против, являюсь сотрудником правоохранительных органов. Могу вам с достоверностью сказать, что это не методы воспитания. Мало того, что они влекут за собой привлечение к уголовной ответственности, физическое насилие над детьми. Но телесное наказание не следует применять, как в древние времена. И вообще я считаю, что агрессия, она поражает только в ответ агрессию. Если с ребенком с добротой, с теплом, с душевностью, с чуткостью и пониманием, то он всегда ответит тем же. Ну, во-первых, это не твой ребенок. Какое право ты имеешь его бить, что-то с ним делать? Я понимаю, если ребенок начинает бить преподавателя, тогда уже ты должен воспринимать его как соперника, что... Можно как-нибудь крикнуть или там толкнуть, но не избивать. Мне кажется, человеком делают добрые дела прежде всего. Любовь к своим близким, любовь к своей родине. Вот тогда он человеком и становится, и остается.